Hello, YouTube, с вами Юмилия. И сегодня приветики и поцелуйчики я хочу передать вот этим вот своим зрителям. И знаете, мне кажется, что Брайан Мопс услышал мои просьбы, потому что в своей прошлой реакции на него я говорила, что хочу увидеть няню и барменшу в одном ролике, то есть вот этих двух безбашенных сестер. И что вы думаете сегодня за ролик Брайан Мопс выложил на свой канал? Этот видос называется «Эпичная битва сестер», и мне уже не терпится его посмотреть. Ребят, если вам, кстати, понравится мое видео, то подписывайтесь на мой канал, жмакайте на колокольчик и поддержите данный ролик своим лайком. Так, я все вам это сказала, теперь можем быстрее смотреть ролик Брайана, потому что мне уже не терпится вот его оценить и реально увидеть, что там будет за битву сестер. Достал телефон Трикси. Мистер Сакс даже там есть. Милая и добрая няня слушает. Алло, это Брайан. Вам нужно срочно приехать. Да пошел ты! Спустя два дня. Че случилось, малой? Опять без меня справиться не можете? Нет. Я вчера был в одном баре, и там барменшей работала женщина, очень похожая на тебя. У тебя случайно нет сестры? Тебе никогда не стать няней. Нет, какая сестра, малой? Я всегда одна была в семье. Любимец родителей. Вот откуда я так детей люблю. А ты что думал? А это что такое? А, да это бластеры. Они стреляют пистонами. Кстати, очень больно. Ни разу таких в жизни, кстати, не видела. А, это походу доставка. Мне вчера в этом баре так итальянская паста понравилась. Понравилась? Поэтому я решил себе домой заказать. Доставка! С вас 1400. Сколько? 1500. За роллтон? Или доширак, не знаю, но... Няня? Ну, имена родители дали. Какого хрена ты здесь делаешь? А ты? Я думал, ты уже сгнила в своем Брянске. Не дождешься. А ты и не изменилась. Такая же дерзкая. А ты такая же размазня, как в детстве. Ляльки, сопли, дочки матери. Фу, ненавижу тебя. Но ты же няня. Одно другому не мешает. Я всегда хотела быть няней. Ты мне просто всегда завидовала. Серьезно? У меня всегда все лучше получалось. Вот в и я стала няней, меньше, и да? Еще долго буду ей. Уверена в этом? Уверена. Ух ты! Классные пушки. Куда побежала? Теперь понятно, почему это видео названо «Эпичная битва». Тебе за то, что сломала мою гитару в детстве. А при чем здесь моя гитара? Ой, и Брайану еще досталось. В принципе, видно, что второй человек это кто-то другой. Но. Подожди одну секундочку. Как это вот он все смонтировал, так что не видно чужих лиц. Если там, захотел жрать, видно доставку только его. Не забудь набрать. Вам что? Миди под спайси соусом. Мы элитная доставка, не бомжовское кафе, чтобы доставлять такое. Ага, ливидерчи. Эй, может, хватит драться? Еще и правильно попали. Нифига себе. Ух ты ж, ё-моё. Жесть. Как в каком-то боевике. Блин, очень классное видео. Пошла в жопу! Куда ты смылась, белобрысая тварь? Офигеть, как он все это снимает вообще? Это же очень жестко, при том, что он один вот актер во всем этом. Ну что, вот ты на крючке, дерзкая няня. Ух ты! Вот понимаешь, если было бы несколько людей, да? Во всем вот этом. Одна няня — это один человек, и барменша — это другой человек, но он все делает это сам вот. Блин, очень-очень круто. Что? Маска никогда не помог. И что будет сейчас?
жесть. Вот же трусиха. А я-то думала, у меня дерзкая сестра. Ну что, время взрослых игр? Блин, очень-очень классно и забавно так все это. Ух ты! Мне интересно, там соседи полицию не вызвали после таких эпичных баталий. Вот ничего себе! Меня сразу. Что он будет делать? Что хочет сделать барменша? Чай? Нет, ну мне что ждать, пока ты чай попьешь, мымра? Попили бы чаечек вместе, почему бы и нет? Оу. Мне кажется, что в ролике Брайана «Дорогая, мы убиваем детей» пародия даже не такие эпичные баталии были, как тут. И все-таки мне начинает казаться, что соседи вызвали полицию. То, что такая жесть творится. О-о-о! Жестко. И что? Это все на что-то способно? Главное, чтоб шкаф сейчас не упал. Лучше б не спрашивала. Я всегда была лучшей. Я ей и останусь. И что случилось? Здравствуйте, я по объявлению доброй и милой няни. Я не ошиблась, вы свободны на сегодня. Вся испачканная. Да, конечно, говорите. Кровище. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропустить продолжение истории. Какого черта ты еще жива? Вот-вот. Такого. Воу. И очень хочу посмотреть неудачные кадры. Думаю, тут их было очень много. Знаете, раньше моим любимым роликом у Брайана был видос про то, как списать ЕГЭ. Ну, там было что-то типа мини-клипа. Ну, вы поняли. Если вы не видели тот ролик, то посмотрите, у меня на канале есть реакция. Но теперь могу сказать вам, что вот это вот мое самое любимое видео от этого ютубера. Я уже пересмотрела немало скетчей от Брайана Мапса и могу сказать, что в своих видосиках он использует какие-то вот фишечки из кинематографа. И с меня, конечно же, лайк. И, ребят, если вам понравилось это видео Брайана Мапса, то перейдите по ссылке в описании, там будет написано оригинальное видео и ссылочка, и поставьте ему лайк. Я вот, лично я хочу, чтобы он больше таких вот офигенных и качественных роликов делал. Хотя, с другой стороны, если так подумать, то у этого ютубера все видосы очень крутые. Но вот это вот видео почему-то мне прям, ну, очень-очень сильно понравилось. А что думаете о нем вы? Напишите свое мнение в комментариях, а также укажите, какое из видеороликов Брайана Мапса является самым вашим вот любимым. Большое спасибо вам всем за просмотр. С вами, как всегда, была ваша Юмилия. Всем, мои дорогие, пока-пока. Увидимся в новых роликах. И да, сегодня после этого видео на моем канале выйдет кое-что интересное, чего многие из вас очень давно ждали.